А где моя ружбайка? Вот. Есть. Бабище. Бабка Гренни, получи. Так как так? Так а как вот мне электричество бы убрать? Опа, стукнулся. Электричеством стукнулся. Так, ребята, продолжение. Продолжение игры. За нами идет бабка. Поэтому сюда спускаемся. Так, синий ключ от этой штуки. Так. Я надеюсь, бабка сюда не зайдет. Так, синенький ключ от этого замка. О, нет! Бабка пришла прям сюда, зараза. День второй. Сейчас я очухаюсь. Да, бабка меня щелкнула. Ну а что делаешь? Что поделать? Щелкнула, да щелкнула. Так, вот вентиль. Вентиль мы сейчас поставим сюда. Блин, это не тот вентиль, короче, который нужен. Это у нас руль от моторной лодки. Так, а как тебя подставить? Так, хорошо. Поставили. Тебе надо газолин залить. Газолин у меня тоже где-то там есть. Так, главное, чтобы меня тут никто не спалил. Так, вроде никого нету. Здесь пусто. Так, берем газолинчик. Газолин зальем. В бак. Так, I need spark plug. А, вот сюда заливай, да? Ё-моё. Я не туда все время заливаю. Это туда свечу надо поставить. Все. Выбрасываем. Пустую. Канистру. О, нет, бабка, блин, бабка идет. Ё-моё. Она меня сейчас найдет. Ёлки-палки, сейчас я спрячу здесь. Все, я буду здесь сидеть, вообще на бабку не смотреть. Ах, бабка меня щелкнула уже второй раз. Меньше, чем за минуту она меня щелкнула. Капец. Что за бабка такая? Я практически прошел игру. Я практически все сделал. Но бабка приходит, меня щелкает. Как она мне надоела, эта бабка, ребята. Так, вот это возьмем. Я не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Блин, это точно не сюда. Слушай, сюда свечу нужно ставить. Так, I can't track bot earth. Start. Блин, а зачем вот эта коробка? Кто бы мне сказал? Кто бы мне написал бы в комментарии? Тоже мне нужна эта какая-то штука. Не знаю, что это за коробочка. Фиг, может она, конечно, прям нужная штука. Прям конкретно. Так, берем оружие мое. Все. Вонючая бабка, на, получай. Отдыхай. Ух, как я тебя не люблю. Ну и где дед? Я надеюсь, он со спины мне не подойдет, не стукнет. Так, мне нужна вот эта вот дверь, она практически уже открыта. Только там еще и электричество. Господи, боже мой, как все замудрено. Где дед-то? А дед, наверное, на кухне. Слушай, стопудово на кухне. Так, бабка, не мешай мне. А то сейчас дед... А, вот и дед. На, держи. Получай. Так, а где у меня этот самый был? Как его? Ломик-то. Куда я ломик свой дел? Кто мне скажет?
Вот он, ломик. Так, берем ломик. Так, здесь мы открывали. Оп. Так, спустились мы сюда, да? Ах ты, зараза, мне не это самое, не мешает мне. Так, ломик мы сюда бросаем. Пошли забирать этот. Электрошокер. Потому что он мне пригодится. Так, здесь пусто. Здесь также самое пусто. Так, у меня электрошокер сверху. Где он? Блин. Электрошокер потерял. А, нет, все, нашел. Нашел электрошокер я. Так, здесь пусто. А, вот он, вентиль. Вентиль нашли. Хорошо. Здесь тоже пусто. Надо, короче, вентиль. Ах ты, ё-моё. Сейчас же эта бабка с дедом. Сейчас они подойдут. Так. Слушай, знаешь, что делаем? Я беру вентиль. Бросаю его сюда. Блин, да. Сюда тебя бросаю. Нет, он не бросился. Все. Так, ладно. Здесь мы как бы все сделали, да, что нужно. Опа. Бабка проснулась. Наш скоро дед появится. Слушай, а знаешь, что я сделаю? Ладно, я не буду так наблюдать, короче. Потому что... Дед со спины меня зайдет и все. Видеокамера, смотри. Видеокамера. Где ты, где? Давай быстренько. Я тебя щелкну. Да буду своими делами заниматься. Дед, ты где там? Вот куда дед пропал, а? Гад. Мне сейчас надо от деда избавиться. Деда нет, короче, ладно. Бросаем пушку. Забираем вентиль. Так, вентиль взяли. Идем отсюда. Так, нам нужно спуститься сейчас вниз. Установить вентиль. Так, пошлите, ребята. Возьмем пестик. Так, а как вот мне электричество бы убрать? Опа, стукнулся. А-а, электричеством стукнулся. И что дальше? А, они меня нашли, короче, четвертый день. Ах ты, ё-моё, понятно. А как же ж это электричество-то вырубить-то, ёлки-палки. Всё, много я чё сделал, но не хватило. Так, ломик берем, посмотрим, что здесь лежит. Ключ от сейфа, который сверху. Дед идет. А, да ё-моё. Ну, щипцы я видел. Так, день пятый, последний день. Так, щипцы у меня. Так, интересно, для чего щипцы? Ну, я примерно представляю. Так, мне бы главное сейчас дойти. Эту дверь открыть. Надеюсь, у меня получится. Так.
Электрошокер. Так, а нет у меня тут электрошокера. А где электрошокер? Так, есть ружбайка. Так, дед вонючий, на, получай. Так, бабку тебе надо. Бабку тебе надо найти. Так, 2 минуты у меня есть. Есть, бабка, готова. Так. Ладно, бросаем пока ружье. Берем щипцы. Нет, здесь точно не в этом дело. Мне нужно пойти в комнату деда. Срочно причем. В комнату деда и там щипцы использовать. Так, а ну-ка. Здесь точно нет. Здесь точно нет. Щипцы сюда не помогут. А куда? Куда щипцы-то? Сюда, может быть? Так. Нет, это телек смотреть. Это не то. Поднимаемся наверх. Такое чувство, что где-то здесь. Ах ты, ё-моё! Упал, у меня время нету. Не хватает времени мне. Так, не эта дверь. Вот здесь. Блин, мне казалось, что где-то здесь. А это что за комната? Как мне туда дойти, в эту комнату? Блин, бот ключ. Бот ключ, он здесь находится. Так, а что вот этими щипцами-то делать-то, ё-моё? Может, вот здесь что-то прокусывать? Нет. Ну, явно ключи эти самые не здесь. Ладно. Здесь тоже нет. Здесь тоже ничего такого нету. Ладно, мы эти ключи... Да ё-моё, вот эта фигня мешает мне пройти. Мы вот эти кусачки... Даже не знаю, куда использовать. Так, ну явно... Так, это не то. Ладно, кусачки сюда бросим. Так, давайте ружбайку зарядим. Не знаю где. Где-то здесь, вот они. Есть. Так, зарядили. Мясо мне не нужно. Сюда пройти, я не знаю, как вообще сюда пройти. На тебе, гад. Бабка где? Где бабка? Блин, ну вот. Сейчас из-за этой бабки я буду время тратить. Мне сейчас надо бабку быстро отключить. Есть. Все, бросаем. Забираем ключ от лодки. Так, ключ от лодки. Поехали. Так, нет, не здесь. Во! Блин. Так, ладно. Спускаемся вниз. Ключ от лодочки у нас есть. Это хорошо. А где мой электрошокер, я не знаю. Бросаем сюда, берем пушку. Поднимаемся наверх до дедова. Комнаты. Так, не сюда. Секретная комната. Вот она здесь. Поднимаемся наверх. Там есть патрончики. Блин, а где патроны были? Вот они. Вот это что за комната? Непонятно. Как вообще туда дойти? Большой-большой секрет. Так, спускаемся сюда. Так, вот ключ этот, от этой комнаты ключ.
Тут пусто, тут то же самое. Мы смотрели, ничего интересного. Тут в комнате надо смотреть. Нам нужен ключ этот самый ключ зажигания. Я понятия не имею, где он находится. Но без этого ключа, ребята, мы ничего не сможем. Никак никуда поехать. Нам нужен этот ключ. У нас еще кусачки вот эти вот есть. Я не знаю, что с ними делать, с этими кусачками. Так, ну что-то. Так и здесь пусто, ничего нету. К сожалению. А, вот у меня этот прибор-то. Так, ладно. Берем ключик. Но не получится уехать, потому что у нас нету свечи. Свечки нету. Но. Свечу нужно ставить, понимаешь? Ключик сюда положим. Так, это газолин. Это ключ просто какой-то ненужный. Ладно, пошли. Пошли наверх. А где моя ружбайка? Вот. Есть. Бабище. Бабка Гренни, получи. Да как так? Гад какой, а? Спрятался, он же там спрятался, специально стоял, меня ждал. Ах вы гады. Я практически прошел игру, блин. Но там стоял дед. Че он там стоял? Опасно. Как-то так.